И с того момента я был рядом с Касымханом. Я до сих пор помню те времена. После ханов Кирея и Жанибека власть перешла их сыновьям, султанам Бурундыку и Касыму. Сначала, по древнему обычаю предков, ханом был провозглашен Бурундык, а главным военачальником казахских войск стал его верный соратник Касым. Однако давний соперник султанов Бурундыка и Касыма, внук Абулхаира Мухаммед Шейбани, так и не смог смириться с независимостью народа Алаш. Что там за шум? Не к добру это. Неужели враг? Вставайте, вставайте. Шейбаниды напали. Что ты говоришь? Спрячь детей. Ну давай, подходи. Не трогайте мою семью. Помогите. Убери. Где все? Иди сюда. Говори, куда спрятала золото и серебро. Если жить хочешь. Сынок, прячься, беги на улицу. Тащи ее на улицу. Продадим ее в рабство. Отпусти, бессовестный. Пусть Всевышний накажет тебя, шакал. Отпустите. Глаз с нее не спускайте. Иди сюда, шейбанский ублюдок. Я окроплю землю твоей кровью. Эта зимовка испокон веков наша. Эти земли принадлежат шейбанинам. Пусти. Отец, где ты? Пусти, негодяй. Злодей. Отец, вставай. Не умирай. Открой глаза. Прошу. Щенок. Быстрее. Жеребеночек мой. Всевышний, что мне делать? Торопитесь. Быстрее. Отпусти. Помогите. Ты же совсем ребенок. За что? Оставьте нас. Отец, мама, помогите. Алпамыс, скачи к Уразбаю. Скажи, что шейбаниды напали. Скажи, что всех перебили. Что же мне теперь делать? Дорогу. Прочь. Расступись. Султан Шерали едет. Дядя, поделитесь добычей, а я вам воды дам. Упаси Всевышний. Кто они? Что бы ни было, пусть будет мир в стране, чтобы они не испортили нам торговлю. Стой тихо, подальше от неприятностей. Высокочтимый господин Мухаммед, мои люди напали и начисто ограбили зимовку Бая Ораза. Они захватили богатую добычу. И что, это уже стало поводом для гордости? И согласно традициям, я приехал лично вручить вам самую лучшую долю. Господин, мои люди тоже хорошо поживились, напав со стороны Ак-Кургана. Эта зимовка аркинского богача с несметными табунами лошадей султана Алибека. Почему я не слышу из ваших напыщенных уст, что вы хотите обрушить свод неба на казахскую орду, разгромить ее в пух и прах? Верно говорите. Если мы разгромим Бурундыка и уничтожим его трон, все потомки Джучи соберутся под знаменем Шейбана. Почему вы не задумываетесь об этом? Я не успокоюсь, пока не верну все земли Дешты-Кепчака, которые принадлежали моему деду, хану Абулхаиру. Будет так, как я сказал. Верно. Господин дело говорит. Да будет так.
Кони загнаны. Дайте им остыть. Приветствую вас. Приветствую, Син. Срочное известие от Оразбая для султана Касыма. Я передам. Ступай. Мир вам, хан. И тебе мир. Как ты, Касым? Все хорошо. Хан, шайбаниды ограбили зимовки султана Алибека и Бая Ораза. Присядь. В последнее время наши отношения с шайбанидами обострились. Если мы не можем позаботиться о своем народе, защитить его от разбоя, какой же прок от нас? Я уверен, Мухаммед ждет нашей мести и даже, возможно, готовится к бою. Но нам надо уговорить Абдикарима Мирзу и объединиться с мангытами. Мне донесли, что и Мухаммед хочет заполучить его в союзники. Поэтому нам нужно его опередить и склонить мангытов на свою сторону. Я слышал, что Абдикарим Мирза откочевал за реку Эмба. Это неспроста. Он явно избегает нас и откочевал специально. И поэтому я отправил к нему гонца и сказал, что именно ты приедешь на переговоры. Готовься в дорогу. Поедете малым отрядом, чтобы не привлекать внимания. Будет исполнено. Абдикарим Мирза был верен твоему отцу. Но он не хотел, чтобы ханом стал Бурундук. Помни об этом. И он очень упрям и своеволен. Как знать, может и уступит. Не зря же хан поручил это дело мне. Нам во что бы то ни стало, надо опередить Мухаммеда Шайбани. Мой султан, меня беспокоит, что мы едем малым отрядом. Гонец вернулся с сообщением о месте встречи. Ехать туда примерно 7 дней. Нужно быть начеку, мало ли что. Как это малым отрядом? Таково повеление хана. Что ж, приказы хана не обсуждаются. Давайте помолимся. Да хранит вас Всевышний и облегчит ваш путь. Да сопутствует удача в ваших делах. Возвращайтесь целыми и невредимыми. Всевышний, дай мне исполнить правое дело. Дай единство моему народу. Пусть наступит мир и покой на нашей земле. Пусть мой народ воспрянет духом. Аминь. Парни, поторопитесь. Дорога дальняя. Смотрите, султан Касым едет. Пойдемте, поприветствуем его. Мир вам, султан Касым. Добро пожаловать. И тебе мир, уважаемый. Рад видеть вас. Растите здоровыми.
Проходите. Добро пожаловать. Приветствую вас. Батыр должен обладать чутким слухом. Будь батыром. Бери, ешь. Благополучно ли перезимовали? Не случались ли набеги разбойников? Что вы, султан Касым? На нашей стороне все тихо. Всевышний бережет нас от разбойников. Вот, угощайтесь. Да воздаст Всевышний благами вашим потомкам в обоих мирах. На рассвете мы двинемся в путь. Пусть Всевышний благословит вас. Аминь. Мир вам! Приветствуем вас! Добро пожаловать! Мир вам! И вам мир! Добро пожаловать! Проводите воинов в юрты! Приветствуем вас! Проходите! Мы с давних пор чтим наши добрососедские и родственные отношения. В свое время весь мангытский народ очень уважал и почитал вашего отца, хана Жанибека. Покойный Жанибек хан возлагал на вас большие надежды. Вот и моя опора, и верный помощник Акбар Мырза. Я вырастил его как собственного сына. Что ни говори, ваш отец выделял вас среди остальных сыновей. Ну а вы довольны, Дикарим Мырза. В народе говорят, пока живы те, кто знал твоего отца, память о нем жива. И я благодарен вашему народу за это. Но я сюда пришел не о его доблестной памяти рассуждать. Перейдем к делу. Конечно. Конечно, султан Касым. Я лишь хотел сказать, что пока мы помним наших предков, наши дела идут в гору. А что касается письма Бурундыка, не торопи меня. Ведь мне нужно хорошо все обдумать и посоветоваться с народом. И сколько же времени тебе понадобится? Хочешь отделаться, просто разведя руками? Неспокойно нынче в степи. Вся мангытская знать встречалась с Мухаммедом Шейбани, склонились перед ним и попросили его взять под крыло весь мангытский народ и стать их ханом. Мне с ними не совладать. Тут я бессилен. Поэтому не обессудь, султан. Нет ни силы, ни воли, говоришь? От такого ответа хан Бурундык придет в ярость. Ты что тут встал? Живо подготовьте запас еды им в дорогу и проводите их. Будет сделано. Касым настроен решительно. Ты знаешь, что надо делать, Акбар.
Мой султан, Абдикарим не поскупился. Набил нам куржуны угощением так, что мы можем пировать все 6 дней до дома. Пора подкрепиться, все готово. Ешьте сами. Я не голоден. Выставь дозорных и проследи, чтобы костры горели до утра. Будет сделано. Тревога! Враг! Мангыты! Отряд! Вставайте! На нас напали! Хасан, Касым, отряд в порядке? Не уверен. Куда смотрели дозорные? Всех обезглавить. Султан, это не их вина. Тогда и меня накажите. Мангыты, кажется, отравили нашу еду и питье. У меня помутнение в голове. Мой султан, Асан, многие нападавшие скрылись. Посмотрите, кто остался жив. Помогите раненым. Предайте земле погибших. Надо скорее выдвигаться. Поступок Абдикарима – это плевок мне в лицо. Он не только меня унизил, но и все наше ханство. Довольно. Выдвигаемся немедленно. Перебьем мангытов. Одумайтесь, хан. Давайте обсудим. Сейчас не время идти на мангытов. Хватит. Теперь не вмешивайся. Созывай ханский совет. В противостоянии побеждает и сильный, и хитрый. Где силой не возьмешь, там дальновидность на подмогу. Те же мангыты хотели меня убить, но они лишь орудие в руках у шайбанидов. А все дело в коварном замысле Мухаммеда. Ни жестом, ни взглядом нельзя выдать врагу, что у тебя на уме. Вам лучше прислушаться к Бурундыку. Ваш отец Женебек никогда не оспаривал слов Керейхана, будьте мудрее. Покойные Керей и Женебек были братьями не только по крови, но и по духу. Их объединяла общая цель. Ради блага народа они никогда не позволяли себе разногласий. Их сила была в единстве. Смысл.
Всевышний, благослови наше правое дело и приведи к цели. Упаси от раздора мой народ, освети наш путь. О Всевышний, помоги нам. Аминь. Жермен, идем со мной. Мир вам, султан Кирей. И тебе мир, сынок. Смотрю, ты Касыма с собой взял. Говорят, добрый пример лучше 100 слов. Один сын должен стать опорой отца, второй должен стать опорой народа. Верно. Лучше отца кто оценит собственного сына? Наверняка старейшины помнят, как 2 десятка лет назад из Ургенча пришла чума, погубив большую часть поселений вдоль Сырдарьи, скосив людей, как сухую траву. Тогда мы выжили, перебравшись на север, вглубь страны. Да, помним те времена. И вот опять мы переживаем тяжелые времена. Если та чума была гневом Всевышнего, то на этот раз над нами нависла угроза со стороны такого же смертного, как и мы с вами. Это смута хана Абу-Хаир. Да, заставил помучиться. Мы больше не потерпим произвол хана-тирана. Не потерпим. Терпение простого народа давно иссякло. Настало время вновь возродить Ак-Орду, которую основал наш предок Урус-хан, и вернуть власть над Дашты-Кепчаком. Верно? Истину говоришь. Сначала мы откочуем в соседний Могулистан. Нужно все обдумать. Сам хан Могулистана, Бахадур Есенбуга, встретит наше большое кочевье. Мы ждали этого, султан Кирей. Верно говорит султан Кирей, другого выхода нет. Все подвластные тебе племена откочуют. Мы за тобой, султан Кирей. Свет мой. Как вы поживаете? Как ты сам же, ребенок мой. Как же я волновалась. Слава Всевышнему, все благополучно. Бурундык созывает ханский совет. Неужели снова война? Говорят, у хана ум 40 человек, но и ему нужна поддержка. Совет поможет хану принять верное решение. Ах, сынок, когда же наконец наступит мирное время на нашей земле? А я ведь себе уже и невесту приглядела. Дочь султана Жантимира, зовут Айша. Луналикая красавица Айша. Она родит тебе здоровых сыновей, красавец дочерей, и приумножит твой род. Давайте об этом потом поговорим. Не время сейчас. Даст Всевышний, скоро вы обнимете своих сыновей, моих братьев, и немного отвлечетесь. Родной мой. Мой султан, вы рассказали про Алтынбике. Что говорит Джахан-бегим? Она уже присмотрела мне другую невесту. Да, слышал. Это дочь султана Жантимира. Вы только выиграете, взяв в жены дочь Чингизида. Хватит болтать. Поехали лучше к Алтынбике. Она знает о нашем приезде. А слушаться вашего приказа значит рисковать своей головой. Скоро мы отправимся в поход по приказу хана. И снова долго я не увижу тебя. Я буду молиться за вас, мой султан. Пусть Всевышний хранит вас и вернет целым и невредимым. Аминь. Без вас нет в моей жизни ни смысла, ни радости. Не забывайте об этом. Буду ждать вас с нетерпением. Милая Алтынбике, ты оберег моей души. Живу молитвами твоего сердца. Пора возвращаться. В ауле начнут искать нас. Меня уже заждались. Дедушка, а что было дальше?
султан Касым дал достойный отпор мангытам. Узнав о том, что мангыты стали орудием в руках шайбанидов, Бурундук созвал ханский совет. На этот совет съехались все султаны, братья Касыма и другие знатные бии и славные батыры. Они были опорой хана и всего простого народа. Под их властью находились города в южной части казахского ханства. Правильно, пора проучить мангытов. Предательство – смертный грех. Правда в твоих словах. Пусть мангыты смоют его кровью. Выступим единой силой, ударим неожиданно. Правильно. Нападение Абдикарима – это не общая воля всего народа мангытов. Они и сами в разладе между собой. Так пойдем и накажем этого Абдикарима, чтобы другим было неповадно. Правильно, Токтар. Да что вы расшумелись? Слушаем вас, Жиринче. Пусть Касым договорит. В его словах есть зерно истины. Ввязываясь в войну с мангытами, мы оставляем наши южные границы без защиты. В разгар лютых морозов головорезы шайбани безжалостно грабили мирный народ, зимующий на берегах Сырдарьи. И нет счета нашим потерям. Да, захватывая наши пастбища, они вынуждают нас откачевывать все дальше, в самые безлюдные уголки голодной степи. Зачем шайбаниды настраивают нас против мангытов? Теперь вы понимаете? Да, в этом и заключается коварный замысел шайбани. Значит, надо разгромить шайбани. Да, Махмуд прав, верно говорит. С тех пор, как шайбаниды захватили Саганак, все города вдоль Сырдарьи оказались у них в руках. Ты прав, лучше умереть, чем терпеть этот позор. Верно говоришь, Касым. Наконец-то мы разгадали коварный план шайбани. В таком случае нашей целью будет Саганак. Именно это. Отвоюем раз и навсегда столицу наших предков. Правильно, это желание народа. Да нам взять Саганак проще простого. Застигнем врасплох, как гром с ясного неба. Отбить Саганак, конечно, не составит труда. Ведь и в городе, и в окрестностях много казахов. Сейчас Саганаком правит этот желторотый юнец. И войска у него почти нет. С позволения Всевышнего, мы легко справимся с ними. Они, наконец, поплатятся за мое лицо. Каким красивым парнем был. А сейчас девушки обходят меня стороной, будто чудовище увидели. Но правда же. Как бы не стать посмешищем, воюя с неопытным мальчишкой. Стоит все обдумать, хан. Нечего тут обдумывать. Двинемся в Саганак. Нет смысла собирать все войско. 3000 воинов более чем достаточно. Касым, ты сам поведешь армию. Правильно. Султана Махмута с сегодняшнего дня назначаю наместником Саганака. Слушаюсь, повелитель. Разговор окончен. Это дело могу доверить только вам. Что бы ни случилось, вы должны вручить лично в руки. Не переживайте. Все в руках Всевышнего. Вольные сыновья бескрайней степи. Всевышний свидетель, знает весь мир, что это необъятная земля, которую трудно пересечь и сильной птице, и быстроногому скакуну, по праву принадлежит нам, казахам, под знаменем Алаша.
Если хоть клочок этой земли, окропленной кровью наших дедов и слезами наших матерей, достанется врагу, это позорное клеймо всему нашему народу. Город Сыганак, символ нашего единства, где покоится прах благородного Урусхана, сейчас в руках врага. Так отправимся же в Сыганак и омоем наши мечи вражеской кровью. Вернитесь с победой. Водрузите на стенах Сыганака знамя Аллаша. Просим благословения. Во имя Всевышнего, милостивого и милосердного, пусть Всевышний озарит ваш путь. Да ниспошлет Всевышний победу народу Аллаша. Аллах велик. Аминь. Ну, по коням. В добрый путь. Светлой дороги. Поразите врагов, как молния. Пусть Всевышний убережет вас от вражьих стрел. Пусть не застигнет вас внезапная смерть. Убереги вас, Всевышний, от погибели. Вернитесь живыми и невредимыми. Выдвигаемся. Да хранит вас Всевышний. Сокрушите проклятых шейбанинов. Рубите, как мечи. Разите, как копья. Мы это обсудим и решим на совете. Я так и сообщу. Слушайте все. Приближается враг. Быстрее входите в крепость. Закрываем ворота. Не оставляйте женщин и детей. Почтеннейшие, я должен принять решение. Что скажете? Повелитель, так как достопочтимый Мухаммед назначил нас вашими советниками, позвольте высказать вам свои соображения. Господин, хочу вам напомнить, что великий хазрет Мухаммед сейчас находится в дальнем походе. Разумеется, правители всех подчиненных шайбанидам городов также отправили свои войска в южный поход, и мы не сможем ожидать от них какой-либо помощи. Они нам не помогут, Фархад верно говорит. Пропустите женщин и детей. Шевелитесь. Скоро закроем ворота. Вместо того, чтобы, не щадя себя, дать отпор казахам и спасти Сыганак, слушайте, что он говорит. Трусливая душа. Ширали, ты что несешь? Не было в моем роду ни одного труса. Ты хочешь пролить невинную кровь? Будем держать город до прибытия помощи. Или ты хочешь молча отдать им крепость? Как защитить город малым войском? Быстрее заходим в крепость. Мама, вы где? Маулен, ты не видел мою маму? Не видел. Пойдем со мной. Не отдадим город. Вражеская армия уже у ворот. Тихо, сохраните спокойствие. Не в наших обычаях отдавать врагу то, что принадлежит нам. Будем держать город до прибытия помощи. Довольно, Ширали. Прекратите. Сколько у нас припасов? Только до полнолуния, повелитель.
А вот и священный Саганак. Смотри, какая величественная крепость. А где же враг? С кем мы скрестим мечи? Даже звука не слышно. С помощью Всевышнего одержим верх. Не зря говорят, смелый поход удачу принесет. Мир вам, султаны. И тебе мир. Султан Касым, наместник города передал вам послание. Прошу принять. Султан Махмуд. Теперь ты наместник города Саганак. Что я слышу? Да хранит тебя Всевышний. О Всевышний, великий и всемогущий, мы одержали победу, даже не вынимая сабли из ножен. Победа! Алаш! Алаш! Победа! Мир вам. И тебе мир. И тебе мир. Несмотря на свой юный возраст, ты поступил мудро. Мы довольны тобой. Ты можешь хоть сейчас беспрепятственно покинуть город. Разрешаю. Ты свободен. Я благодарю вас за великодушие, султан. Это все благодаря посланию султана Касыма, в котором он обещал не проливать невинную кровь. Я поддерживаю султана Махмута. Вы действительно проявили благоразумие, сохранив жизнь людей и город. С общей для нас святыней, усыпальницей благородного предка Урусхана. А теперь вы свободны. Слава тебе, Касым Султан! Да благословит вас Всевышний! Пусть о взятии Саганака узнают во всей степи. Как вы посмели отдать город без боя? Как допустили самоуправство мальчишки? Хазрет, повинуясь вашему приказу, мы поспешили обеспечить вас всеми войсками, что у нас были. Кто же мог подумать, что Бурундык внезапно нападет на Саганак? Мы ведь рассчитывали, что мангыты втянут его в войну. Я на каждом военном совете твердил, что нельзя оставлять сильного врага у себя в тылу, призывал укрепиться. Я также был против сдачи города. Довольно. Ваши слова расходятся с вашими делами. Вы должны были сражаться до последнего вздоха и отстоять город. Великую радость спешу возвестить. Молитвы Всевышнему пора возносить.
Заклятых врагов Шейбани разгромили, даже клинков мы не обогрили. Великого хана потомок Касым, славный султан Женебека он сын. Смелый батыр, благородный герой, встанет всегда за народ он горой. Войска Касыма с победой идут, к новым свершениям они нас ведут. Славу султану Касыму поем, подвигу храбрых хвалу воздаем. Я доволен, что ты взял Саганак без боя. Пусть всегда трепещут враги при виде войска казахов, когда сотрясается земля под копытами нашей конницы. Взгляни-ка, какой подарок я приготовил Бегимбаю. Я собираюсь жениться на прекрасной Алтынбике. Кто же знал, что у Бегимбая такая красавица-дочь? Когда я увидел ее во время кочевки, признаться, я тогда чуть с лошади не упал. Ты будешь самым почетным гостем на моей свадьбе. Нет слов. Прекрасный подарок. Пусть послужит во благо. Ты расстроен? Что-то случилось? Милая Алтынбике, ты была моей цветущей весной. О твоей улыбке мечтал я. Сердце рвется. Холод судьбы не пощадил нежные ростки нашей любви. Неужели нам не суждено быть вместе? Неужели нас больше нет друг для друга, Касым? Нет. Навеки. Мы прощаемся с нашей весной навсегда. Как жестока судьба. С весенним теплом росла моя надежда на счастье. Твое счастье сковано вечной мерзлотой, Алтынбике. Ради спокойствия и блага всего народа мы должны пожертвовать своими чувствами. Прощай, Касым. Прощай, цветущая весна. Прощай, несбывшееся лето. Прощай. Все ли в порядке у вас? Султан Мухаммед тайно прислал мне письмо. Вот, прочти. Пишет, что у него дело к тебе. Хочет срочно встретиться. Он будет ждать тебя на старозимовке. В трех днях пути отсюда. После свадьбы хана тебе следует встретиться с братом, свет мой.
Почтенный, я рад, что вы собрались здесь в этот особенный день. Доблестные султаны, благородные бии и бесстрашные батыры, да будет Всевышний доволен вами. Слава Всевышнему! Отведайте наше угощение. Да будет праздник вечен. Несите кумыс. Девушке выпадает честь стать женой хана. Ступи добром в этот дом. Пусть Всевышний позволит тебе обрести здесь счастье. Хорошо. Смотрел, Тенбике. Вот. Хорошую жену взять, горе не знать. И ноги хану помыть, и посох подать. Теперь твоя обязанность. Пойдем, дочка, что ты здесь стоишь? Мир вам и вам мир. Приветствуем вас. Давно не виделись, Касым. И правда. Как вы, Бахадур Карачи? Хорошо. Добро пожаловать. Мир тебе, Касым. И тебе мир. Добро пожаловать. Рад видеть. Кстати, Жиринше. А где Касым? Что-то не видно его. Вы же знали, что я с войском нахожусь в далеком походе, ведь так? Да, так. Тогда скажи мне. Почему вы напали на город, которым управлял беспомощный мальчишка? Скажешь, не мог ослушаться приказа Бурундука? Но разве это битва? И как Бурундук наградил тебя за это? Мой хан, не знаю, где он. Может, скоро подойдет. Ты же сын Женебека, только вчера собравшего воедино весь народ. Не пора ли по обычаям отцов взойти на трон? Ты истинный наследник трона? И продолжатель великих дел нашего предка Джучи. Если бы правил ты, я бы даже не посмотрел в сторону Дешт и Кыпчака. Зная, что никто не посягнет на мое знамя с тыла, зная, что там мой брат, я бы без сомнений ушел на юг разгромить Кызылбаши. Что же ты не подумал об этом, когда пытался убить меня руками Абдикарима? Твой подлый план не удался, и теперь ты решил стравить меня с Бурундуком и снова сделать вид, что сам ни при чем? Мой хан Бурундук, а на Сыганак мы пошли не ради славы. Лишь вернули город, принадлежавший казахам со времен Ак-Орды. Разве не можем мы, братья, объединить усилия и вместе поднять в синее небо славное знамя моего деда Абулхаира? Довольно, султан. Я верен пути моих предков. Я не буду играть в твои грязные игры. Мой славный Бахадур, нет изъяна в твоей доблести. Упрямство – твой единственный недостаток. Запомни, я все равно верну Сыганак.
а потом довольно сопротивляться предначертанному. Будет так, как захочет Всевышний. Ступайте. Передай большой привет моей тете. Да пребудет с ней милость Всевышнего. Она память о моей матери. В этом мире у меня не осталось никого. Ближе тете Джахан-бегим. Карачин, выдвигаемся. Что вы такого сказали своему брату, что он унесся как ошпаренный? С раннего детства у него такой характер. Если ему перечить, вспыхивает как факел. Касым, давай быстрее. Не мешай, Мухаммед. Это тебе не асыки. В этой игре думать надо. Уговор. Кто схитрит, тот не участвует в следующей игре. Ваш напиток, Бурундек. Сначала должны подавать мне. Убери руки. Это я будущий хан. За кем пойдет народ, тот и будет ханом. На что вы надеетесь? Не вы, а я будущий хан. Вы мне не братья, а заклятые враги. Я вам еще устрою. Вот вам. Да что он творит? Вечно он портит игру. Я же сказал, что он испортит игру. Стой! Стой, говорю! Стой! Ты теперь моя жена, Алтынбике. Почему ты так холодна? Что не так? Любая девушка была бы счастлива стать женой хана. Мой хан. Что случилось? Срочное донесение. Можно войти? Входи. Мой хан, говори. У меня нет секретов от жены. Нам стало известно, что султан Касым встречался с Мухаммедом Шайбани. Мир тебе, хан. Тебя не было на свадьбе. Мухаммед Шайбани просил о срочной встрече, пришлось съездить. Так и будешь бегать по первому зову Шайбана? Разве не я твой хан? Хан, вы же знаете, что за всеми кознями, начиная с предательства Мирзы Абдикарима, стоит Мухаммед Шайбани. А сейчас он пытается разжечь вражду между нами. Ты должен был уведомить меня. Я не хотел расстраивать ваш праздник, но расстроил. И даже не раз. Сначала ты пренебрег моим приглашением, а теперь вот... И вовсе снюхался с моим заклятым врагом. Я не хотел, чтобы интриги Мухаммеда разделили нас путами вражды.
Смотри, как бы эти путы не свились петлей на твоей шее. Коварный Мухаммед знает все слабости Бурундыка, а Бурундык даже не хочет слышать об этом. Нет между нами понимания. Теперь даже степь будет тесна для нас. Мир вам, и вам мир. Приветствую вас, хан Бурундык, и вас, Бахадур Султан Касым. Как поживаете? Да пребудет с вами милость Всевышнего. Пусть приумножится слава о ваших добрых делах. Как поживаете, Акбар, Сейд Ахмед? Что привело вас к нам? Воля Всевышнего или злой рок? Может, пришли опять угостить нас ядом? Какой еще яд? Моей вины тут нет. Все подстроил Абдикарим. Тогда зачем ты здесь, говори. Подвластные мне эмиры совсем отбились от рук. Нужно войско, чтобы усмирить их. Потому я и пришел к вам. Если поможете, я навсегда стану вашим преданным наместником. В знак моей верности и покорности я принес вам голову двуличного предателя Абдикарима. Примите. Вот, повелитель. Касым, даю тебе право. Реши это дело сам. Предавший один раз предаст и во второй. Пощадите, помилуйте. Помилуйте. Сейд Ахмед, если хочешь жить, передай своим эмирам, что каждого предателя постигнет та же участь. Слушаюсь и повинуюсь, повелитель. Слушаюсь и повинуюсь. Ты что самовольничаешь? Ты что себе позволяешь, Касым? Как ты посмел осквернить кровью мой трон? Ты сам дал мне это право, хан. Разве твои предки убивали в тронном зале? Святой Саганак был оплот наш и щит. Коварный его захватил Шейбани. Отважный наш султан Касым без боя, без крови врага прогнал. Позором покрыт Шейбани на века. Мир вам, султан Касым. И вам мир. С праздником Наурыз, уважаемые. Святой Саганак возвратили казахам. Мечты шейбанидов рассыпались прахом, как сказано. За то, что меж нами ты сеял вражду, гори, шейбани, после смерти в аду. Долгих лет жизни тебе, певец. Дарю каждому по 9 голов скота с верблюдом в придачу. Да благословит вас Всевышний. Пусть Всевышний будет доволен всеми нами.
Султан Касым, вас зовет хан Бурундык. Ты и силой, и мудростью равновелик. О, Касым, с шейбанидами справился вмиг. Словно дуб величавый, людей защитил от того, кто несчастьем казахам грозил. Мир вам. И вам мир. Проходи, Касым. Мои гости никак не могут распутать один узел. Тебе ведь уже с легкостью доводилось решать такие споры. Попробуй рассудить их тоже. Султан Касым, наш род издревле жил и пас свой скот на юге от Сырдарьи, в 3 днях езды от Саганака. Мы исправно платили налог в казну. Но в этом году ваш брат Султан Махмуд, правитель Саганака, незаконно отнял у меня табун отборных лошадей и мои горные пастбища. Совет старейшин не разрешил наш спор, и мы от безысходности решили искать защиты у хана. Рассудите справедливо, Султан Касым. Мне уже нечем платить налоги. Хан, нужно ваше повеление, что султаны не имеют права без вашего ведома посягать на родовые земли и увеличивать налог, установленный вами. Султан Махмуд должен быть наказан. Он вернет и скот, и земли Рахимбаю. Кроме того, выплатит штраф в размере половины отобранного им косяка лошадей. Ему урок, другим пример. Не слишком ли суровый приговор? Ведь он твой брат. Если сегодня сумеем призвать к порядку всех султанов, то завтра все степняки будут подчиняться вашей воле. Для сплочения народа, начиная с правителя, все должны подчиняться приказу хана. Ты хочешь сказать, что в Деште нет ни порядка, ни справедливости? Или ты сомневаешься в приказах Бурундык-хана? Что вы, мой хан? Ведь хан и есть народ. Все, от хана до простолюдина, едины перед властью. В единстве наша сила. Тогда все будут довольны. И ни один враг не сможет одолеть нас. Ну как, Рахимбай? Доволен ли ты решением султана Касыма? Да. Пусть благословит его Всевышний. Мой хан. Ханша Алтынбике. Храни ее, Всевышний. Моя цветущая весна. Касым. Мой хан, дыхание Алтынбике на исходе. Неизлечимая болезнь забирает жизнь Ханши. Ребенок в утробе уже мертв. Я испробовала все виды лечения. Ничего не помогло. Цветущая весна. Моя цветущая весна. Касым. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا До сих пор я считал Касыма своим братом, ни в чем не ограничивал его. Теперь вины на мне нет. Будьте свидетелями. Я лишаю султана Касыма должности военачальника казахского войска. Свет мой, Бурундык. Достоинство хана в его справедливости и великодушии. За что ты так жесток, Касыму? Верой и правдой он служил тебе всю жизнь. Не осуждайте меня, Жахан-бегим. Довольно я метался, как лев, окруженный шакалами. Касым тайно встречался с нашим заклятым врагом Мухаммедом Шайбани. Сомнение во мне сподвигло его к этому шагу. Мой хан, будьте справедливы. Касым чист перед вами, и душой, и делом. Али Рашид, я не нуждаюсь в твоих советах. Пока потомки Урусхана, остальные братья султаны живы и здоровы, никто не ударит меня в спину. Хан, если я не оправдал вашего доверия, позвольте мне откочевать. Чем мозолить вам глаза, я лучше, как мой отец Жанибек, правая рука хана Кирея, буду защищать границы нашего ханства и беречь покой народа. Казахское ханство не падет из-за наших раздоров. И без тебя жизнь продолжится. Из-за тебя умерла Алтынбике. Умерла с твоим именем на устах. Время летело, как искры этого костра. Дни и месяцы взлетали и растворялись в синем небе вечности. Касым откочевал на благодатные равнины Алатау и взял в жены Айшу, прекрасную, как луна. Она родила ему двух сыновей, Мамаша и Абулхаира. Дедушка, а султан Касым в то время уже стал ханом? Еще нет. Но народ любил его и превозносил за дальновидность и доброту. Он покровительствовал сиротам и не давал в обиду вдов. Тем, кто искал справедливости и убежища, султан Касым оказывал милость. Во время пиров и народных гуляний в аул Касыма со всех концов съезжались знатные люди и почетные гости.
Мир вам. Добро пожаловать. Они приехали с женами. Айша, пойдем встречать. Да. Мой султан. Прибыли гости из Аркука. Максудбек со своей семьей. Пусть войдут. Разве Максудбек не Шейбани присягал? Как это понимать? Танай, я удивлен не меньше тебя. Добро пожаловать. Как раз к празднику. Будьте почетными гостями. Приветствую вас. Проходите. Да благословит вас Всевышний. Пусть ваши стада будут тучными. Благодарю за приветствие. Если враг склоняет перед вами голову, это верный признак вашей славы, султан Касым. Думаю, нет ничего предосудительного в том, чтобы достойно принять их. Верно. Разве можем мы отказать в гостеприимстве тем, кто пришел с миром? Проходите. Приветствуем вас. С праздником. Мир вам, султан Касым. И вам мир. Почтеннейшие султаны, приветствуем Максудбек, Би и славные батыры, добро пожаловать. Султан Касым, слава твоя достигла не только Арки и Алатау, но дошла и до Алтая. Имя твое стоит рядом с именем нашего славного предка Джучихана и гремит уже во всем мире. Доброе слово к благополучию. Пусть Всевышний будет доволен вами, Максудбек. Добро пожаловать. Мы все дети одного народа, и нам нечего делить, кроме общей радости. Прошу принять наши подарки, предназначенные вам. Эту саблю ковали мастера из Фахана. Пусть увеличит она вашу славу. Поистине бесценный подарок. Знатное оружие. Да благословит тебя Всевышний. Срочное послание хану Бурундыку. Срочное послание хану Бурундыку. Проклятый Мухаммед Шейбан осадил Саганак и убил Махмута. Созвать всех султанов. Выступаем. Отправить гонца к Касыму. Я сам поведу войско. Сам выбью Шейбани из Саганака. Будет исполнено, мой хан. Такой непоседа всегда вас ищет. Иди ко мне, жеребеночек мой. Ему все интересно. Он будет славным воином. Если будет на вас похож, лучшего и не надо. Вот тебе боевой конь. Вот тебе сабля. Стань грозой врагов и опорой народа. Прошу прощения, мой султан. Прибыл гонец от хана. Мир вам, мой султан. Возьмите. Выступим на рассвете. Мой хан, может, все-таки дождемся султана Касыма? Нет, начнем без него. Время не терпит. Шейбани жаждет сразиться. Воля ваша.
Господин, проходи. Разведчики донесли, что Бурундык только что подошел со своим войском. Но Касыма с ним нет. Сам Всевышний на нашей стороне. Одним ударом сабли я покончу с Бурундыком. Что же, казахи 3 недели держат осаду, а завтра, когда на их глазах будет повержен Бурундык, они сами откроют ворота. Мой хан. Хан ранен. Прикрыть хана. Все в кольцо. Выводим его с поля. Тесните врага. Бурундык, выходи на поединок. Пора пустить тебе кровь. Мухаммед Шайбан, это я выпью твою кровь, мерзавец. Выходи один на один. Пустите. Я иду на поединок. Испугался одной стрелы? Трус! Бежишь? Своими руками снесу твою голову. Тогда не убегай, подходи. Остановите бой. На рассвете продолжим битву. Выставить караулы. Собрать погибших. Отнести раненых в лагерь. Мир вам, султан Касым. Вы вовремя подоспели. Приветствуем вас. И вам мир. Как добрались, султан Касым? Мир тебе, мой хан. Как вы, брат? Слава Всевышнему. Крепись, Касым. Твой брат Махмуд Султан доблестно защищал город и погиб как герой. Пусть будет светлым его путь в мир иной. Аминь. Ты
вовремя подоспел. Становись во главе нашего войска и разгроми шейбанидов. Мы изрядно потрепали их. Я был близок к победе. Если бы не мои ранения. Добей их, Касым. Слушаюсь, хан. Молю Всевышнего о вашем скорейшем исцелении. Как войдем в Цыганак, сразу погоним их до пустыни Бетпак. Так и сделаем. Срочное донесение. Хазрет Султан, на подмогу пришло войско во главе с Касымом. Цыганак наш. Шейбаниды побежали. Мой султан, шейбаниды оставили город. Султаном Касымом нас никому не одолеть. Победа за нами. Мы отстояли наш Цыганак. Себя не пощадим, а врага победим. Вместе. Касым Султан, пусть Всевышний продлит нашу радость. Честь и слава победителю, султану Касыму. Пока Касым с нами, к Цыганаку никто не сунется. Победа осветила нам день. Славься, наша победа! Коварный Шейбан бежал, едва завидев Касыма. Слава султану Касыму! Увидев знамя Касыма, шейбаниды сразу побежали. Теперь границы под защитой султана Касыма и народ цел. Ты щит народа, султан Касым. Тяжело раненый хан Бурундык остался в Саганаке. Касым вновь стал военачальником. Он собрал всех султанов, потомков Джучи. Объединение войска привело к победе. Они вернули все казахские города вдоль реки Сырдарья. Сначала Сауран и Ясы, затем Атрар и другие, издревле принадлежавшие народу Аллаша. Таким образом, эти города навсегда перешли во владение казахского ханства. Этим они расширили и укрепили наши границы. Перемирие между ханом Бурундыком и Мухаммедом Шейбани завершило эту затяжную войну. После Мухаммед Шейбани ушел на территорию Мавераннахра. Там он воспользовался раздором между потомками Тимура и захватил трон Самарканда. Мой хан, казахи плевать хотели на ваш мирный договор с Бурундык-ханом. Его разбойники налетают дикой ордой и грабят наш народ. Большие убытки несут наши купцы. Они лишились ценных товаров, скота, людей. Мало того, участились набеги на приграничные поселения. Куда смотрит ханская власть? Великий хан, наместник Всевышнего на земле, прошу простить мой куцый язык, который смеет возражать вам. Мы ведь и сами нападали на них и заставляли проливать горькие слезы. Я знаю, откуда ветер дует, Каримбек. Конечно, твои богатые угодья не тронуты. Торговля не пострадала. Ты не лишился ни одного своего человека. Не потому ли ты сейчас так красноречив? А может, сообщить хану Бурундыку? Пусть приструнит своих головорезов. Мой хан, всем известно, что слово Бурундыка давно не имеет веса. Хорошо, если
Его родственники слушают. Казахи нарушают все законы шариата. Самое время объявить им Газават, священную войну. Газават. Газават, мой хан. Накажем их Газаватом. А ведь вы правы. Казахи придут в ярость. Но Бурундык не нарушит данного мне слова. А мы тем временем пойдем войной на Касыма. И на этот раз поражение недопустимо. Готовьтесь. Повинуемся, наш хан. По велению великого хана Шайбани, казахам объявлен Газават. Запретить казахам входить в города и торговать скотом. Запрещается любая торговля со степняками. Любое взаимодействие с казахами будет наказано. Взятых в плен казахов, как мужчин, так и женщин, разрешается продавать в рабство. Зачем мы переехали из Саганака, мой хан? Думали, в Сарайшике враги нас не достанут. Хватит причитать. Что мужа хоронишь раньше времени? Наверняка и на этот раз Касым что-нибудь придумает. Приветствуем вас, султан Касым. Добро пожаловать. Мир вам, султан Касым, и тебе мир. Хан ждет вас. У нас мирный договор с Мухаммедом Шайбани. Не нарушай его. Оставь как есть. Несмотря на то, что ты хан, я скажу тебе правду как брату. О каком мире ты говоришь? Когда шайбаниды объявили нам Газават, народ надеется на тебя и ждет твоих решительных действий. Хватит. Придержи язык. Тогда почему ты нарушаешь завет наших отцов? Все напрасно, если мы не защищаем свой народ и свою землю, хан. Предоставляю тебе полную свободу. Поступай, как знаешь. Надо срочно созвать совет. Досточтимый султан Касым, совет Биев считает, что объявленный шайбанидами Газават — это ложь и клевета на народ Алаша. Они перешли все границы. Лучше умереть, чем стерпеть это. Мы не потерпим такого отношения к себе. За ложный Газават наши мечи обогрятся их кровью.
Всевышний на стороне справедливости. Уважаемые, все наши беды от разрозненности. Откуда единство, если каждый султан, каждый бий и бег трясутся лишь за себя? Верно говорит султан Касым, мы сплачиваемся лишь на время, когда нам грозит враг. Если и дальше будем действовать разобщенно, никогда не станем единым народом, и все пойдет прахом. Наша сила в единстве, ты прав. Надо как можно скорее призвать народ к порядку. Потому я намерен с помощью Всевышнего и с согласия хана Бурундыка прописать единый для всех свод законов казахского ханства. Благослови вас Всевышний Султан. Верное решение. Поддерживаем. Почтенный Султан Касым, приказывает. Султаны и бии, баи и беки, а также славные батыры нашего народа, все до единого последуем за тобой. Это и есть наше решение. Стычки с шайбанидами ведут к войне. Это неизбежно. Но чтобы ее выиграть, я призываю всех султанов и биев, баев и беков, беспрекословно подчиняться приказам, собраться в один кулак и начать подготовку к великой битве. Веди нас, мы не отступимся. Мое войско готово, только прикажите. Это и есть единство. Наша сила в единстве. Так давайте сплотимся. Ни клочка нашей земли не уступим. Смерть нарушившим клятву. Возможно, это трудное сражение и решит судьбу Дешты Кепчака. Господин, нам не привыкать к казахам. Мы воюем с ними всю жизнь. То ссоримся, то миримся. Они для нас свои. А вот про южных соседей Кызылбаши так не скажешь. Почтенный хан, в этот раз вам лучше не участвовать в сражении с казахами. Кызылбаши уже подступили к Мерву. Ты прав, мой славный Бахадур. Казахи и правда свои. Кызылбаши наш главный враг. Решено. На Касыма поведешь войско ты, Шерали. А я выступаю на Кызылбаши. Вручаю вас Всевышнему. Берегите себя. Сынок, помни о моем наказе, который я давала вам с Мухаммедом. Что ж поделаешь, на всю воля Всевышнего. Возвращайтесь целыми и невредимыми. Мамаш, жеребеночек мой, пусть Всевышний оберегает тебя. Береги себя, свет мой. Да хранит вас Всевышний. Да защитит вас Всевышний от вражеских стрел. Пусть Всевышний оберегает их. Давным-давно враги одного из правителей нашей степи дерзнули потребовать его быстроногого боевого коня. Хан сказал: «Разве стоит конь мира с соседями?» И отдал своего прекрасного скакуна. Враги осмелели и потребовали от хана отдать любимую жену. Хан отдал и жену.
И вот обнаглевшие враги позарились на крохотный клочок нашей земли. Там была безлюдная и безводная пустыня. Но разгневался хан, пошел со своим войском и разбил врагов в пух и прах. А визирям, советовавшим отдать землю, отрубил головы. И сказал тогда хан: «Земля – основа государства». Запомни это, Касым, и никогда не забывай. Мои бесстрашные воины, нас ждет тяжелая битва. Но мы должны помнить только одно. Мы воюем за свою родную землю. Она впитала кровь наших предков, отдавших жизни за нее. Мечта каждого воина – сражаться, защищая, пожертвовать собой ради отцов и матерей, жен и детей, ради близких и далеких потомков. Герой рождается и умирает для народа. Мы сражаемся ради свободы народа, и наши имена навеки останутся в его памяти. И пока наш народ жив, будем жить и мы. Выступаем. Затопчем врага. Вперед! Дайте сигнал. Воины, готовьтесь. Защитим свой народ. Не щадите себя, воины. Вперед! Наступайте. Испытаем удачу. Фланги, разделись. Вперед! Лучники, стрелы!
Мой султан, во вражеском строю не видно Мухаммеда Шейбани. Войском командует Шерали. Значит, Мухаммед избежал смерти. Сразись со мной. Победа уже близка. Потерпите немного. Мамаш, я счастлив умереть на поле битвы. Мамаш, передай отцу. Для меня великая честь, что всю свою жизнь я провел рядом с ним. Шейбаниды отступают. Они бегут. Мы победили. Не отступайте. Назад. Марах,
Иди и передай, что вы проиграли. Брат мой. Пусть душа твоя вознесется в рай. Сколько доблестных воинов полегло в этой кровавой битве за счастье народа. Я желаю, чтобы наши потомки чтили и помнили, какой ценой добыли мы наше единство. Воины, пусть эта победа положит начало великой жизни вечного народа. Срочная весть для хана Шайбана. Срочная весть для хана Шайбана. Даже саблями всего мира не победить врага, если не будет на то воли Всевышнего. От судьбы не уйдешь. Лучше бы я объединился с Касымом против Кызылбаши. Как же жаль. После победы в Улытау слава Касыма распространилась далеко за пределы Дешты-Кыпчака, до самых далеких земель. Хотя на троне по-прежнему оставался Бурундык, власть Великой Степи полностью перешла в руки Касыма. Его влияние было настолько велико, что люди забыли о хане Бурундыке. А Касым тем временем продолжал работать над сводом законов, которые с одобрения Совета Биев и Знати постепенно входили в жизнь и быт народа и обретали истинную силу, помогая разрешать споры и тяжбы. Но не бывает света без тени. Дожив до преклонных лет, ушла в мир иной мать Касыма, досточтимая Жахан-бегим. Вместе с Касымом скорбел весь народ. А брат Касыма, Мухаммед Шайбани, погиб в одном из кровавых боев с кызылбашами вдали от своей родины, на чужой земле. Мама, скажи ему. Кто это кричит? Мухаммед? Мухаммед, мама, скажи Касыму, пусть перестанет. Мухаммед, перестань лгать, играй честно. А ты докажи, что я боролся нечестно. Выходи, я тебе докажу. Касым, ну что случилось с вами? Ведете себя хуже врагов. А ну прекращайте. Ты узнаешь, кто есть кто. Чужак, отродье Урусхана. Что ты сказал? Как стыдно. Кто тебя научил таким словам, Мухаммед? Касым,
Вы братья, дети родных сестер. И корни у вас общие. Впредь не поднимайте руки друг на друга. Сохраняйте мир между собой. Поняли? Я был верен твоему наказу, мама. Пусть ваши души обретут покой в раю. Пусть Всевышний будет доволен за ваш приезд на поминки моего доблестного павшего на поле боя хана отца. Разделяю с тобой твое горе, Махмуд Тимур Султан. Твой отец, Мухаммед Шейбани, был выдающимся воином своей эпохи и моим братом. Хоть и были у нас разногласия, и враждовали мы, но цели у нас были общие. Поистине, мы принадлежим Всевышнему. Приветствую вас, брат. Как ваше здоровье? Я в порядке. Здоров, Касым. Прими мои соболезнования. Пусть будет светлым путь Джахан-бегим в мир иной. Как только пришла весть, я сразу выехал из Сарайшика в Саганак. В дороге узнал о гибели Мухаммеда Шейбани от рук Кызылбаши. Да пребудут они в истинной вере. Аминь. На все воля Всевышнего. Да. У каждого воина свой путь, Касым. И когда-нибудь он завершается. Я позвал тебя как раз по этому поводу. Хан Касым, да будет светлым твой путь. Пусть твое счастье будет великим. Хан Касым, хан Касым, вверяем тебе судьбу народа. Хан Касым, да сопутствует тебе удача. Живи на благо народа. Совет Биев единогласно избрал султана Касыма, сына Жанибека, ханом казахского народа. Пусть твое имя и власть признают во всем мире. Слава Всевышнему! Пусть твоя совесть будет чиста, подобно этой белой кошме. Пусть власть твоя будет непоколебима. Да благословит тебя Всевышний, светлого пути. Это священный посох хана. Держи крепко веренную тебе власть народа. Пусть правление твое принесет счастье народу и будет вечным. Продолжи путь ханов Жанибека и Кирея. Главы родов, поднимайте.
Хан всегда служит народу. И пусть народ это видит. Запомни это, мамаш. Поэтому начнем с Саганака, а затем объедем всю Казахскую Орду. Согласно традициям народа Алаш, повелеваю праздники, похороны, поминки, проводимые по старинным обычаям, отныне устраивать в установленном законом порядке и соблюдать это всем, от хана до простолюдина. В следующем году поселимся здесь. Похоже, земля здесь благодатная. Разведай, что там впереди. Будет исполнено. Всю свою жизнь я провел в седле. Всегда чтил и помнил заветы предков. Мечтой моей был такой мир, чтобы жаворонки без страха вели гнезда на спинах овец. Следуя примеру древних судей, я определил новый закон о земле, воде и имуществе. Если человек без ведома старейшин использует землю, воду или имущество соседнего рода, то султан того рода выплатит дань в казну хана и тому роду, на чью землю, воду и имущество посягнул его человек. Правильно, верное решение. И кажется, я достиг этой цели. Но что будет с моим народом завтра? Эта мысль не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Досточтимый хан Касым, просим вас принять город Сайрам под ваше покровительство и защиту. Слава о казахах распространилась по всему миру. Но сумеют ли наши потомки сохранить достигнутое нами благополучие? Прошу не обижаться, султан Саид. Мои воины не готовы к зимним сражениям. Я могу только молиться за вас. Что поделать? Я с уважением принимаю ваше решение. Мы поддерживаем добрые отношения с соседями. Требую повсеместного соблюдения прав послов. За сохранность жизни послов на пути следования к ханской ставке ответственность ложится на весь народ. Встречать гостеприимно, согласно нашим обычаям. Провожая, снабжать всем необходимым. Пусть благословит вас Всевышний Никита. Я тоже передаю московскому князю Василию письмо с пожеланиями ему здоровья и процветания. Покорнейше благодарю. Не станет ли завтра наша обширная земля добычей алчных врагов? Вот что меня больше беспокоит. Согласно воинским законам Чингисхана, каждый глава рода, глава племени по количеству семей обязан подготовить и вооружить войско. Все верно, слушаемся. Воин, который во время боя оставит поле сражения, будет приговорен к смертной казни. Полностью согласны, то, что надо. А военачальник будет наказан. Мы восстановили мирные, добрососедские отношения с мангытами. Отныне вам разрешается зимовать на наших землях. Виновные в убийствах, разбое и насилии будут отвечать по заветам предков и закону шариата. Приказываю донести эти указания всем главам родов и племен. Доведем до народа, мой хан. Все в руках Всевышнего, Касым. Но и от желания народа тоже многое зависит. Что бы ни выпало на его долю, он должен бороться за свою свободу и счастье. Поэтому во все времена от благородных матерей рождались радеющие о благе народа
благородные сыновья с высокими помыслами. У каждой эпохи свои герои. Тебе суждено было стать великим ханом Алаша, Касым. Возможно, сейчас народ не понимает этого, но я уверен, что будущие поколения будут высоко чтить твое имя. Да хранит Всевышний казахский народ во все века. Аминь. Да пребудет с вами милость Всевышний. С почтением, правитель казахского ханства Касым, сын Жанибека. Дедушка, давай поедем верхом, мне скучно. Иди ко мне, мой мальчик. Прошу прощения, мой хан. Ничего страшного. На сегодня достаточно. Завтра продолжим. На какую лошадь ты сядешь? На Таушубара. Он еще свиреп, не боишься? Я уже садился на него. Таким был светлый путь Касымхана, дети мои. Приведя казахский народ к заветной цели, хан Касым и сам прожил счастливую и безмятежную жизнь. Вот так. Помните и передавайте другим эту историю, чтобы память о нем сохранилась в будущих поколениях. Дедушка, а вы в следующий раз еще расскажете о славных ханах и батырах? Расскажу.